как с бабушкой фото Пугачевой в инвалидной коляске взорвало сеть. Недавно стало известно, что Алла Пугачева снова согласилась лечь под нож пластических хирургов. На счету женщины уже не одно подобное вмешательство, но рассказывать об этом напрямую знаменитость не спешит. В Инстаграм на днях попал кадр, который показывает более-менее реальный внешний вид артистки перед очередной операцией. Однако поклонники посчитали кадр неудачным, лицо Пугачевой выглядит уставшим и реальный возраст заметен довольно сильно. Но еще больше у поклонников вызвал отторжение тот факт, что певица выглядит как будто в инвалидной коляске, которую везет ее супруг Максим Галкин. Как с мамой или даже бабушкой, писали под снимком пользователи интернета. Некоторые поклонники наоборот отметили, что нужно быть добрее, семейная пара счастлива и у них все хорошо. В кого Максим Галкин был влюблен до Пугачевой? Максим Галкин и Алла Пугачева являются для многих эталоном крепкой и любящей семьи. Несмотря на разницу в возрасте, шоумен и певица живут душа в душу, воспитывая двух прекрасных детишек. Но так было не всегда. Много лет назад, когда о романе с примадонной Галкин не мог и думать, молодой юморист был по уши влюблен в телеведущую Анастасию Чернобровину. Как рассказывают знакомые Максима, в то время он буквально бегал за девушкой по пятам, одаривая ее подарками и цветами. Вскоре ухаживания Галкина принесли результат, между ним и Анастасией вспыхнул бурный роман. Впрочем, к этим отношениям серьезно относился только сам Максим, а для Чернобровиной все это стало рядовой интрижкой, что и стало поводом для разрыва.